Ну, в общем, мальчишки и девчонки, как-то так. Хризантемка я вам показала, а здесь у меня получается еще моя дорожка бордюрчиком таким вот. Есть места пустые, сделано сентябринками. И когда все это дело у меня зацвело, сейчас отойдет утенечек, у меня почему-то очень много голубых и фиолетовых, розовых получилось 2 всего кустика. Есть у меня темно вот такой фиолетовый, и рядышком стоял голубой с желтым, и поэтому я вынуждена была выкопала повторы и досадила, пока у нас хороший, кстати, дождик прошел. Друзья, кому нужен дождик, посылаем. А землю 2 дня шел дождь, землю промочил, и все у нас стало замечательно. Поливать, еще раз говорю, поливала, ходила, натаскивала водички. Но все это не то. Природу не обманешь. В общем, после дождя все распушилось, все стало очень красиво. И вот выкопала. Единственное, что тут вот кружочек не стало, я уже думаю, ну совсем будет пустовато. Пометила этикеточками, палочками, где у меня много голубых получилось. И вот досадила кое-где розовых, досадила кое-где голубых, фиолетовых. В общем, вот эту часть буду досаживать на следующий год весной. А то у меня получится как-то пустовато. Так что, друзья, на этом все. Красота. Вот у меня еще вот такие низкорослые зацвели. Фиолетовые поближе покажу. Голубые. Ну вот видите, кружок у меня получился практически одного цвета. Поэтому еще раз вот пришлось кое-где выкопать и досадить новыми. Поэтому, друзья, как-то так. Скворечник мы свой с Сергеем переставили, убрали из елочки. И будет вам красота после дождичка в четверг. Пока-пока. До новых встреч.